Владелец этого аккаунта разрешил мне открыть наборы. Поэтому, пацаны, наверное, все этого ждали. Открываем наборы на аккаунте с огромнейшим просто донатом. И увеличиваем вещи в разы просто. Пацаны, 20 кубов. Всем здорово, пацаны, с вами Даваска, и сегодня мы будем просто рвать и метать YouTube. Это аккаунт просто игрока, он не стример, не ютубер, не разработчик, не модератор, он просто играет в эту игру, и все алмазы он покупает за свои кровные деньги. Вот кто-то коллекционирует монеты, кто-то фантики из-под жвачек, он коллекционирует вещи во Free Fire. У него есть абсолютно все алмазные джекпоты, абсолютно все пропуски, кроме трех первых, потому что он еще тогда просто не играл. И минимум 4 сета с каждого инкубатора. А также, пацаны, в ВК он мне написал 2 тайм-кода, и в этом видосе будет 2 кодовых слова. И первые 2 всегда один. Сейчас 2 счастливчика, которые первые в комментариях напишут 2 кодовых слова, получат от нас пропуск в игру. Вот такие я дела, поэтому, братва, если вы смотрите без подписочки или из рекомендаций, по-братски подпишитесь на канал, потому что сегодняшний видос просто взорвет у вас предположение о донате во Free Fire. Приятного просмотра, Ютра, если кушаете, приятного аппетита, поехали! Пацаны, честно, я даже не знаю, с чего начать. Давайте просто с коллекции. Субъективно, вот, персонажи. Для начала просто покажу вам персонажей, да? Алок 5-го уровня, смотрите, все персонажи, все с 4 навыками. Просто все. Ну, кроме Оливии, Эндрю и Форда. Остальные все. Кто 6-го уровня? Форд. А потом Софа, Мигель, Каролина, Лаура, А124, а другие все 5-го, а другие просто все 5-го уровня. Ну и Келли Стриж 2-го уровня. Это просто что-то с чем-то. Все персонажи, естественно, практически все с 4 навыками. Это просто игрок, это не ютубер, не стример, не разработчик. Это просто обычный игрок, который играет в эту игру. Так, аватарки. Может быть, у него есть что-нибудь люксовое? Не вижу. Так, лотбоксы. Предзаказ пропуска. Потом идем дальше. Смотрим тоже предзаказ. Далее просто листаем. Вот такой редкий лутбокс, кстати. Тоже предзаказ пропуска. Все. Рюкзачки. Предзаказ пропуска. Тоже буду показывать все быстро, но такие особо редкие шмотки я буду выделять. Дракончик. Потом все, листаем. Ну, вроде все. Парашюты. Сейчас просто тоже мельком покажу парашютики. Так, у него сколько? 9 знаков зодиака. Парашют за 6 месяцев игры. То есть он old. Все 4 масти. Доски. Досок у него очень-очень много. Сейчас тоже мельком покажу. Вот. Так, все. Оружие. А вот теперь, пацаны, просто ля. Я был в шоке, когда увидел просто коллекция оружия. Что у него на складе, я не смотрел. Но, как он мне сказал, у него есть абсолютно все алмазные джекпоты, которые были в игре. Абсолютно все, пацаны. Все алмазные джекпоты. Ля, просто смотрим, сколько у него эмок. Потом 5 авап, дробовички. Тоже все листаю. Калаш 1 с инкубатора. И просто остальные сет джекпотов. Юмпики. Естественно, юмпиков очень-очень много. МП5. Ля, сколько? Раз, два, три, четыре, пять. 6, 7, 8 МП5. Ля. М14. 2 скара с инкубатора.
Купидон и еще дофигища разных скаров. Винторезы 2 штуки. Гроза 5 скинов. Очень-очень много МП-40. СКС-ок сколько? 8. 3 пулемета, один со статами. Коряк на перезарядку у него стоит. Он очень-очень красивый. 4 скина на граник. 4 ФАМАСа с ивента и просто еще дофигища разных ФАМАСов. Ой-ой-ой, XM8, потом спасов много, пулик, пулики, просто у него все пулеметы, 8 скинов и только один временный на вот этот. Ля, просто что-то с чем-то. 4 скина на петуха, абаканы, есть катаклизм, есть вот такое за пополнение, не, который зашкварился. И с джекпота тоже есть. 3 катаны, это пропуск, гранат тоже просто дофига. Стенки, по-моему, у него все стенки, а нету только хэллоуинской. Далее, транспорт, гелиндосы, нету с пропуска третьего. Почему? Потом нету с лутбокса этого, который был в пропуске, мотика. Остальные все скины есть. Эмоции, просто посмотрим, каких эмоций у него нету. Так, ну, в принципе, все, которые были доступны для получения, все эмоции у него есть. И просто, пацаны, давайте вот сейчас реально поставим лайк, потому что мы переходим к одежде. Так, смотрим. Очень интересно, что у него есть. Так, ага, смотрите, сразу же просто. Вот... По этому аккаунту то можно смотреть, какие были в игре джекпоты, потому что у него они есть абсолютно все. Так, просто смотрим вверх. А, первый тайный магазин. Так, далее. А, разные инкубаторы. Как мне он говорил, у него есть абсолютно все инкубаторы, и со всех инкубаторов минимум 4 набора, или 3, понимаете? Со всех инкубаторов. Ля, к масочкам переходим. Ну, первый пропуск, Джокер, пряничный человечек, вот этот, вот такой был джекпот, марионетка, рыцарь, вот это дичь, инкубатор... Джекпот, инкубатор, так, сейчас его, и такой инкубатор, далее инкубатор, уф, джекпот, события, просто давайте дальше я буду показывать медленно, а вы уже сами будете смотреть. Есть у него зомби-самурай, первый тайный магазин, уже говорил. Просто тайный магазин, вот такая говняшка, кролик с события пасхального, рейнджер, вот такой бесплатный наборчик. Далее шлем, ну это инкубатор, по-моему, за один чертеж. За предзаказ такая акулка. Так, а есть ли у него костлявый наездник? Что-то я не увидел. Костлявого наездника, походу, у него нету. Но не суть, идем далее. Так, ну, тут с верхами вы уже примерно понимаете, что у него есть, чего у него нету. Просто тоже я медленно полистаю. Пацаны, напоминаю, на этом аккаунте есть абсолютно все джекпоты, абсолютно все инкубаторы. С каждого инкубатора минимум 2, не, минимум 3-4 набора. Есть все тайные магазины, просто, смотрите, ля, сколько всего, такие смокинг красные есть. Я, кстати, удивлюсь, если у него еще будут и штаны, и кроссовки от этого смокинга. Просто сейчас посмотрим. А, мажор, откуда этот? А, я понял, что это за сет. Все, вопросов нет. Так, ну, футболочки разные, все. Штанишки. А, тоже посмотрим, что по штанам у него. Сейчас полистаем, посмотрим, оценим. Очень много шмоток. Вот эти штаны, как же я хочу этот набор. Обидно, что у меня его нет. А, кстати, самурайский инкубатор у него все 3, что ли? Сейчас чуть попозже мы вернемся после костюмов. Есть вот такие штаны.
Тоже очень редкие штанов ангела у него нету, как я понял. Ну и ладно. Далее, по кроссовочкам. Много чего есть. Розовые сапожки, ништяк. Так, просто листаем. Кроссовок техника на мужика, как я понял, у него нету. Ну, что уж там. У многих игроков нету обуви техника. Теперь переходим к костюмам. Угу. У него есть два Дина. А волк самый топовый. Есть просто Дина с джекпота. Жнец, вот такая. Лего-человек. Балерина. Ктулху. Два клоуна красный-желтый. Набор вот этот на династии. И простой волк за один чертеж. Еще костлявый Дина. То есть у него 4 дракончика. Not bad. Так, на девушку к вам палить не буду. Наборы. И, естественно, пропуски. Кстати, пацаны, хотите, чтобы я открыл наборы на этом аккаунте? Вот вы не поверите, но владелец этого аккаунта разрешил мне открыть наборы. Поэтому, пацаны, наверное, все этого ждали. Открываем наборы на аккаунте с огромнейшим просто донатом. И увеличиваем вещи в разы просто. Сейчас пропуски, не пропуски, джекпоты, не джекпоты. Повторки я, кстати, у него оставлю на аккаунте, пусть они будут. А вот джекпоты мы откроем, чтобы сетов стало еще в разы больше. Кстати, вот тут уже подходят и кроли, и кролики за чертежи. Кстати, пацаны, если вы не знали, эмоцию, вот эту трэп, они убрали. И просто это, просто два набора теперь. И все, без эмоций. Так, кролики пошли за 3 чертежа. Потом красочный отряд за 3 чертежа. Оба набора. Далее пропуск, который сейчас тоже мы открываем. Джекпот, который сейчас. Очень крутой джекпотик, кстати. Оранжевый техник есть. Суккуба, это все есть. Далее есть. Ну, это тоже давайте оставим. Это у него было. Тоже есть. А вот этого нету, открываем. Так, инкубаторы, как я понял, мы будем открывать все. Просто стоять. У нас же не продавались эти наборы. Откуда у него эти наборы? Просто у него были наборы модераторов. И как я понимаю, они были еще до того, как эти шмотки оказались в игре. Не понял. Ладно, не суть. Так, давайте. Напишите, кстати, ваши предположения, кто досмотрел до этого момента, откуда у него эти наборы. Очень интересно. Но я потом обязательно у него спрошу. Кстати, у него были самураи, вот эти, за 2 чертежа все сеты, из еще 4 набора мы уже открыли. Нет, вот у него было за 3 чертежа, и еще мы открыли наборы по 2 и 1 чертежу. Это просто ляпот, пацаны. Вот за это нужно поставить лайк. Вы посмотрите, сколько у него наборов. Он же просто, я не знаю, он псих, что ли? Я не понимаю, просто... Как можно, ля, столько хранить, не открывать? Ну, я понимаю, хранить, но выбивать, и чтобы оно просто было в игре. Ля, пацаны, это просто пушка. Так, чего еще? Вот этот инкубатор за 2 чертежа. Кстати, я вам потом еще покажу, сколько у него чертежей хранится на складе уже от этого инкубатора. Вы офигеете, это... Я просто понимаю. Так, и вот этот сет, все. А нет, еще вот этот. Вот, нет, не этот, вот этот. Открываем из-за скина, кстати. Вот, пацаны, просто посмотрите, сколько вещей мы получили, открывая наборы. Просто посмотрите. Кстати, кто считал,
напишите, пожалуйста, сколько наборов мы открыли, потому что я знаю, сколько мы открыли. Напишите в комментариях. И просто сколько шмоток мы получили и на мужика, и на девушку. О май гад, просто! Так, наборы я вам уже показывал. Карты. Вот 100% опыт, 194 дня. Пушка, расходники. Пацаны, 20 кубов. Это unbelievable. 20 магических кубов. Я так понимаю, у него есть все сеты за кубы. Да? Я же правильно это понимаю? Да. Лол. Офигеть. У него еще хранятся чертежи со всех инкубаторов. И 8 чертежей на инкубатор, который сейчас. Исходя из того, что у него уже куплено 2 набора. Ой, 2, 4 набора за 3-1 чертеж. И 15 тысяч очков рейтинга. Просто пушка. Много всяких разных скидочных купончиков. Карта смены ника, все. И легендарный наряд это соответственно. Так, меняем персонажа, ставим Келли Стриж и смотрим, что у него есть по шмоткам. Ну, это то, что новое мы получили. Так, далее, как я понимаю, у него нету первых пропусков, первых двух, потому что он тогда еще не играл. Сейчас чекнем его ID. Да, 232. Тогда был четвертый, по-моему, или пятый пропуск, когда ID с двойки стало начинаться. Итак, просто смотрим. Естественно, вот это есть, тайные магазины, джекпоты, события, луна, вот это все. Почему бы и нет, соответственно, тайные... А магазин еще и на мужика, и на девушку. Мне остается этому игроку просто похлопать, потому что это благодаря ему можно с одного аккаунта осмотреть именно все джекпоты, которые были в игре. Все тайные магазины, инкубаторы и так далее. Я в офиге с этого. Просто, пацаны, ставь лайк, если хочешь такой же аккаунт. Вот у меня сейчас реально заканчиваются слова, и я не знаю, как еще комментировать, потому что я не думал, что у него столько всего. Еще мы открыли ему наборов, и у него еще это удвоилось. Но не удвоилось, но приятный бонус получили. Так, паучки у нас. Да. А, космический отряд на девушку. Так, тут еще много разного всего. Так, ну, курточки вот эти я вам показывать, собственно, не буду, потому что это все вы видели при открытии наборов. Далее, просто какие у него есть курточки всякие разные. Я очень хочу вот этот набор. Это один из крутейших наборов в игре. Он просто нереально офигенно смотрится, поэтому я надеюсь, что в новом событии я его заберу. Так, далее, просто вампиры, там всякие джекпоты, двойные, не двойные, все это у него есть. Только выходит инкубатор, у него уже 2 сета. Вышел джекпот, у него уже есть набор с этого джекпота. Оля-ля, просто, пацаны, я в ахере. Тут, наверное, не пол, а миллиона. Тут все 700 тысяч, потому что, блин, столько всего. Сейчас, конечно, будут диванные критики. Типа, да какой полмиллиона, пацаны, тут, ну, тысяч так 200, ля. Вы не знаете, что такое, когда ты крутишь инкубатор, а тебе нифига не падает. Вот вы видите, у него 8, а я вам не показывал сейчас. У него просто, у него 8 чертежей и 0 камней. И естественно, ему нужны камни.
А что делать, если камни не падают? Тратите алмазы. Они могут выпасть сразу же, они могут вообще не упасть. И вот эти вот диванные критики, которые говорят, да не стоит аккаунт столько, ты чё гонишь? Вот завалите, понимаете? Вы не понимаете, сколько мы вливаем денег, чтобы получить наш любимый и долгожданный сет. Вот, просто. 4 набора у него есть, еще нужно 2. Так, на чем мы там остановились? Склад, штаны, да? Продолжаем. Так, просто. Ауф. Ну, штаны я тоже быстро пролистаю. Кстати, есть у него штаны техника. Лутбоксов, кстати, у него я не увидел. Походу, лутбоксы совсем он открывает сразу же. Ну, это понятное дело. Давайте вот эти штаны оставим. Сет смотрится прикольно. Так. Далее. 4 юбочки. Кстати, вот эта юбочка стоит 700, по-моему, алмазов, если я не ошибаюсь. Блин, к сожалению, футбольных футболок у него нету. Ну, что поделать. Так, кроссовочки тоже я быстро вам покажу, чё кого, чё как. И перейдем уже к наборам. Кроссовок техника у него тоже нету, но зато есть первый тайный магазин. Это того стоит, это то закрывает. Ля, просто пацаны. Это пушечный аккаунт. Пандочка, кролик, потом вот эти все. Ой, я там разогнался. Это первый самый тайный магазин, кстати, те... Как их, самураи, ниндзи, хрен пойми кто это второй тайный магазин, это первый. Так, мишка, вот такой джекпот двойной, красная шапочка топовая, и пингвинка, и тюленчик. Балерина, такая дичь, еще костлявая балерина, 2 клоуна, набор конфро, еще одна красная шапочка, это по-моему за 2 чертежа или за 1, я уже не помню. А потом космонавтик, клоун, ну какой клоун, Дина, а, кровь и вино, ангел и демон, такой набор и такой набор. Все, вроде бы все я вам показал, осталось показать питомца. Естественно, у него все питомцы есть, прокачанные ли они до фула. Да, они все у него вкачаны до фула. Пацаны, вот... Это был, наверное, один из самых крутых аккаунтов, просто игроков, не ютуберов, просто игроков, который я показывал на ютубе. Это что-то с чем-то. Конечно, он не олдовский, нету там первого, второго, третьего и тоже пропуска. Нету как костлявых наездников, по-моему, сейчас я пересмотрю. Я пролистал, по-моему, не было. Да, нету костлявых наездников, и все, понимаете? Нету только костлявых наездников, кроссовок техника, штанов ангела на мужика, и все. Остальное все есть. И есть все джекпоты, все инкубаторы. И не просто вот так, что он забрал самый фиговый инкубатор. У него стабильно 3-4 сета с каждого инкубатора. Ну, 2 клоуна... И все, потому что они были одинарны. А вот красные шапочки, у него 2 шапочки на 2 шапочки и 2 волка, это 4 сета. И много всего другого. Вот такой просто пушечный видос сегодня получился. Очень много всего интересного я вам показал. Пацаны, кто смотрел этот видос без подписки или из рекомендаций, по-братски подпишитесь на канал, поставьте лайк. Всем спасибо, всем пока, и да пребудет с вами Скилл.